Всем привет, мы продолжаем играть с Бораивковым. Да, Бораивков. Бораивков. Югославский, да, гроссмейстер 70-х годов. Может, он даже... Нет, информации ничего не написано. У него больше партий, чем у Магнуса Карлсона. Чем у его реального прототипа. Да, ну тут, в общем, да. Печально. Можно сдаться было. Я бы сейчас в шведках пешку поставил, но... Ну ладно, не поставил бы. Слушай, неудобно. Ладно. Че, у нас лишняя фигура? Ну да. Пришлось фишки и корявые ходы делать для этого. Все, мы убежали в два. Почему именно этим конем? Не помню. Мышка, курсор был ближе просто к этому борьбу. Я думал, ты будешь объяснять нашим зрителям. Ну-ка, я объяснил. Нужно было немножко пологичнее объяснить. Так я руководствовался вот этим, когда вход делал. Ну зачем ты все меняешь, объясни. Никит. Сейчас пойдет король Фаби. А, пешку зеленую. Шах. Сюда, сюда. Нет, время закончилось. Да. Все, спорим, это все? Нет, думаю, нет. Думаю, что он минимум до 10 будет играть. Это все. Черт, как ты прочувствовал? Ты что ли под этим ником играешь? Ну нет, зачем? По стилю Вадим тебя не похож. Отложенный гамбит Мора. Я черными не играю первым ходом с всякой говнище, типа C5. Ты оскорбляешь дебютные пристрастия многих сильных шахматистов. Ну и что? Например, меня. Как я это переживу? Что за конь D5? Видишь, он не берет. Наверняка это была какая-нибудь нелепая жертва. Ну да. Ладно, нормально. Для пульки самое то. Для пульки. Видишь, как он грамотно сбросил качество? Да, но у него хуже. Ну блин. Ну нет, я хочу побить на E6. Ай-яй-яй. Ладно, сюда. Да, он очень удобно, хорошо перестроился. Большого перевеса было? Нет. Надо было ладья D1. А, кстати, я думал, что он выиграет эту партию, потому что времени мало. Скажите, ферзи не разменялись. Ферзи не разменялись, да. Сейчас он начнет шаховать как-то противно. Ферзя вот на F2 заведем, да. Шах, это правда. Там же ничего нет страшного. Ферзь всегда на D6 вернется. Ничего страшного нет, но в пульке любая, даже микрогроза, неприятно. Очень важно всегда все держать под контролем. А пешку обязательно было жертвовать? Ой-ой-ой. К счастью, вот такой ход находится. Это к большому счастью. Не, ну там еще ладья же один был, там потом на ладья же один нужно D4, как-то было поплохеть совсем, да. Все. Вот ставлю, что это все. Да господи. Ну пойди хоть повеселее хоть что-нибудь. Я, видишь, какую-то страндиску ставлю, веселее песен. Встретим Новый год. Так. 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 Он, мы выиграли пешку? Не, нет, все чего я на человек неплохо в блиц играет. Так. Посмотри, сколько у него в блиц, а не в пулю. 2600. В пулю он, конечно, силен. Да. Соперник, да. Олега Соломахи наблюдает за нашей партией. У нас как-то похуже. Причем сильно, если честно. Ну, кого это? Привет, Вове. Я надеюсь, что
Олег тебя изнасилует? Это записывает. Ну не в смысле. Ну, в смысле, обыграет в шахматы в четвертом туре. Я думаю, все поняли. Нет, если честно. Ну нет, все поняли. У нас же понимающие ребята в группе. Так, ладно, в общем, мы опять выиграем. Так. Как ты определил? Я играю бездарно просто до невозможности, но мы опять выиграем. Все еще, прям реально, 9 минут и спать. Сюда. Не, подожди, мы должны дождаться, пока ему надоест. Ну это До может там четвертой. до 4 утра так посидеть. Почему в пульке нельзя добавить время? Да, 9-0. Так, поехали. F4. Гамбит Берда или как это называется? Дебют Берда. Дебют Берда. А в нем есть гамбит Фрома. Почему все так запущено? В итоге получилось какое-то редкостное говнище, нет? Стрелянка какая-то. Он сейчас без коня, по-моему, останется. Почему? Что на коне опять же 4. Печально. На конь g4 надо играть, аж ты коня 6g4, но это тоже очень противно. d4 я зря пошел, ну не страшно. А, да сейчас какую-нибудь веселую жертву придумаем. Ну да. Супер веселая жертва. Видишь, он как. Ну коня на d6 же. Сейчас второй конь на d6 пьет. Ладно, сейчас. Ну, конечно, нужно дать шах, это. Один из важнейших шахматных компонентов. Да, ты не знал? Всегда стоит в пуле давать шахи, потому что один из шахов может случайно оказаться матом. Как тебе это, мудрость? Я не впечатлен, если честно. Слон А6, ну слон А6. Какая разница? Слон А6 еще перца 7 как раз, так и с А8 матует. Железно. G7. Ну нет, ну зачем? Зачем он это делает? Объясни мне. Он играет до победы своей первой. Ну понятно, что рано или поздно он выиграет, конечно. Но, по-моему, скорее поздно, если честно. Я хочу чем спать. Рано. Е5. Ну да. Че он завальник? Ну Е5, конь С6, там он фигуру-то не выигрывает, если ты об этом. Ну и что, ну... Ну Е5, это же Е5. Не, ну я согласен, что не заслуживало внимания, на. Ну. А сейчас как-то в твоем стиле H4 пойдет. Да ферзь сейчас потеряется. Ты пойдешь слон Е4 или нет, поймаешь ну, ферзя? Ну подготовить ситуацию для слона Е4. Все. Вот уже пора, может быть. И то после E5 ничего прям сразу, наверное, нет, да? Кажется, приходится слона выбирать. G5, G5 можно. Ну нет, потому что слон висит. Теперь G5 грозит. Ну сейчас конь F7 придет, я пойду... А, там какие-то идеи, видимо, с матом, а я даже проверять не стал. Сюда. Сюда. Ого. Быстро. Вот и довольно атакующая партия. Согласен. Добавь мне минутку. Неприятно, придется сюда играть. Забирать там ладью слона всех подряд. Сюда еще можно добавить. Ладью с темпом. Почему не F7? Ну здесь как угодно, ты не видишь, любые ходы выиграл. Ну все, ну пожалуй. О, нет. Ладно.